Привет, друзья! Итак, дорогой клиент Николай из Якутии, Саха. Какой у нас район еще раз? Среднеколымский. Среднеколымский район, надо уж его запомнить. Вот так, то есть весь процесс у нас запущен, все сделано. Привет, привет, всем салам. Тоже помашем это прямой эфир. Вот, то есть мы сейчас ждем, чтобы поставили второй бак 500 литров. Все уже, все задания даны, все хорошо. Получается, кстати, знаешь что? Ты же про, как он там, ловите фарал. Или вот крыша Макси, она же как бы такая. Блин, давай. Она же. Плавник спускается. Но... И если его просто воткнуть, то фароискатель будет нефункциональный. Вниз смотреть. Вниз будет смотреть. А, можно поставить как этот. Как на 43-117. Как на. Ну что? На зеркале. Он на там, зеркале. Будет, там будет присоединен к нему. И вот там он будет функциональный. То есть нормально он будет. Да, нормально. Потому что тут он как бы такой обтекаемый. Но скорее всего, думают, но скорее всего не получится. Лучше по уму, чтобы он был функциональный. Не просто там мы его поставили. То есть сказал поставить, мы поставили. Нет, он должен быть функциональным. Так что вот так, вот такие планы. Ясно. И если все будет хорошо. Все будет хорошо, друзья. Что там? Насчет кондера спрашиваю. Насчет кондера. Кондер вообще работает мощно. Проверили уже. Даже у меня в Ниве нету кондера, а там есть, все нормально. Этот. И все будет хорошо. Завтра край четверг. Ну, пусть будет эта неделя. Ждем, ждем. Ждем. Будет готово, и уже все, поедем. Мы же сейчас ждем не только еще машину. Мы же еще ждем нашего брата. Отдыхать надо. Наш брат немножко еще. Отдыхает немного. Все, в другую гостиницу отвезли, все нормально. Все нормально. Так что отдыхать тоже нужно. Вот такие планы. Сейчас Николай хочет взять тачку. Ну, сейчас прокачусь по. Я говорю, бери Бэху, Мерседес, Посмотрю город. Бэха, не Бэха. Бэха. Разницы нету. Разницы нету. Главное, какая-нибудь тачка была. Главное, чтобы на колесах. Поездить, поэкспериментировать. Так тебе. Так ты же, походу, в Казань хотел. Ты же в Казань так и не поехал. Ну, завтра поеду. Я на 3 дня беру еще совершенно. Завтра поеду. И все, четверг у нас уже нормально будет. Да, и все. Так ты один поедешь или как? Нет, почему? С этим. С напарником. С этим. Так что так, друзья, видите, все, кто к нам приезжает, важно посмотреть не только наши челны. Челны, которые славятся. В лучшем случае КамАЗом. Ну и Казань. Казань теперь третья столица России, можно сказать. Так что вот так. Так что вот так. Вон кому тут. Можно всем махать и махать сегодня. Всем привет, друзья. Всем привет. Ну что, как-то так. Как-то так. Вот тоже всем мы машем. Так что вот, как всегда. Вот только приехали магаданцы и... Заказали, уехали, тут же сразу заказы с Магадана. Вот приехали клиенты из Сахи, из Якутии, тут же сразу сегодня, вчера, звонки. Вот я, получается, позавчера ночью выложил, и мы вчера с тобой утром встретились. Ты уже говоришь, сколько ребят звонят, пишут. То есть, Ютубе смотрят. В Ютубе, в Инстаграме, сколько людей, получается, там смотрит. Это очень круто, очень круто. Так что, друзья, ну что, все. Завершаем. С вас лайки, подписывайтесь. Всем пока. Вы видите, большой салам. Не только челненский, но и якутский. Всем пока.